В арт-галерее «Фирст» открылась персональная выставка Константина Баженова. Художник – коренной химчанин из большой творческой династии. Как говорят близкие, рисовать начал раньше, чем говорить. По-другому и быть не могло. Мать, отец, сестра – также художники. А генеалогическое древо ведет к знаменитому архитектору Василию Баженову. Мы потомки 17 века архитектора Баженова, которому памятник стоит, где вот у него там уже сейчас отреставрировано на Москве. Вот, очень много художников. Моя мама вела в Доме культуры Родины на станции Химки кружок. Ну, там дети приходили рисовать в возрасте, ну, даже дошкольники практически. Один из них был я. Выставку художник приурочил к своему дню рождения. Поздравить именинника с личным и творческим праздником приехали близкие, друзья и даже представители власти. Вы работаете, вы мыслите. Это прекрасно. И художник тем отличается, что его мысль все-таки свобода. 39 лет, ну, мы тут, наверное, многие тихо будем вам завидовать. У вас еще все-все впереди и большая творческая жизнь. Давайте, двигайтесь дальше. Прекрасное направление берете. На встрече гости обсуждали картины, последние новости из мира искусства и актуальные течения в живописи. Познакомиться с работами Константина Баженова можно будет в течение месяца. Выставка продлится до 9 января.